Теперь ты в полной безопасности. Поскорее найди выход и покинь это место. Как слышишь меня? Прием. Слышу отлично, лейтенант. Что у вас там случилось? Здесь произошел серьезный пожар. Здание полностью уничтожено. Выжившие есть? Я не знаю. Повсюду обгоревшие манекены и какие-то жуткие существа. Повтори, что ты сказал? О, тут чье-то тело. Сейчас подойду поближе. Будь осторожен, Белов. Боже мой! Лейтенант! Ну наконец-то! Последние посетители квеста закончили играть и разъезжаются по домам. Шеф сказал, что нагрузка была адской, однако они все же справились. Подростки приперли за дешевым адреналином с 50% скидкой. Хорошо, что это последняя волна клиентов. Мне нужно выключить свет на всех этажах. Лучше это сделать постепенно, чтобы не остаться в полной темноте. Начну с туалетов на первом этаже. Кажется, на втором этаже тоже есть туалеты. Пока на улицу лучше не выходить. Ну наконец-то, с туалетами разобрался. Теперь свет в коридоре второго этажа. Нужно быть более внимательным, чтобы найти эти выключатели. Наверное, ветер. Сперва выключу свет в коридоре, а уже потом пойду на выход. Эй, мы уже закрыты! Или это кто-то из персонала?
Твою мать! Забыл про спортивный зал. Какого черта здесь происходит? Добро пожаловать в наш кошмарный квест «Последний урок». Меня зовут Пром, и я буду пристально наблюдать за тем, как ты медленно и верно сходишь с ума от ужаса. Прямо сейчас ты погрузишься в невероятный мир, наполненный болью и страхом. Твоя главная задача — решить все головоломки и не сдохнуть до рассвета. Почему квест запустился? Первое задание для третьеклассников. Если расчленять человека, пока он все еще жив, сколько крови выльется из его изуродованного тела, прежде чем он умрет? Биология — мой любимый предмет. Браво, браво, браво! А ты очень умный игрок. Из этого класса ты не выберешься до тех пор, пока не поймешь одну важную вещь. Учение — свет, а не учение — тьма. Ах да, самое главное, лучше не смотри на потолок. Учение — свет, а не учение — тьма. Учение — свет, а не учение — тьма. Учение — свет, а не учение — тьма. Ты смог выжить в первом испытании. Это похвально. Но что ждет тебя дальше? Победа или смерть? Я чуть не сдох. Вы что тут совсем с ума посходили? Как же громко работают эти станки. Жаль, что от них нет никакой пользы. Кажется, ты попал в класс только для девочек. Здесь точно есть что-то, чего быть не должно.
Предлагаю сыграть в мою любимую игру. Тепло? Холодно? Давай немного разомнемся. Холодно. Теплее. Еще теплее. Очень горячо. Я тебя разыграл! Здесь холоднее, чем в морге, в котором ты скоро окажешься. Как здесь накурено. Может, где-то есть зажигание? Выпусти меня отсюда! Тут темно и страшно! Разорви мешок и выпусти меня! Выпусти меня! Тебе не выбраться отсюда! Ты умрешь здесь точно так же, как и мы. Зачем ты пришел сюда? Зачем тебе все это? Моя жена лежит в том мешке. Скажи ей, что я ее люблю. Где моя дочь? Боже мой, ей всего 4 года! Где моя дочь? Они отрезали мне голову и выкололи глаза. Моя голова. Я хочу умереть. Я не могу жить без головы. Я не могу жить в полной темноте. Сожги меня. Избавь меня от страданий. Наверху, в дверном проеме. Я так соскучился по тебе, мой мальчик. Скорее иди ко мне. Я жду тебя здесь. Я никуда не уйду. Я не брошу тебя, мой мальчик.
наконец-то ты ко мне пришел, сынок. Я так долго ждал тебя. Я думал, ты никогда не придешь. Оставайся со мной навсегда. Я так сильно люблю тебя. Кажется, ты очень сильно разозлил злых духов. Может помочь святая вода? Кажется, в этом сейфе что-то есть. Нужен пароль. Семь смертных грехов. Семь смертных грехов. Семь смертных грехов. Семь смертных грехов. Господь создал землю за шесть дней. Господь создал землю за шесть дней. Три искушения Христа. Три искушения Христа. Три искушения Христа. Три искушения Христа. Три искушения. Девять кругов ада. Девять кругов ада. Три искушения Христа. Три искушения Христа. Три искушения Христа, ада. Девять кругов, 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 ада. Какого? Ты действительно отличный игрок. Многие не смогли дойти до этого места и сошли с ума. Мои поздравления! Отец! Это все очень и очень грустно. Но это твоя история. Без понимания прошлого нет будущего. Пойми, мой друг, я желаю тебе только добра. Поверь, когда ты сойдешь с ума, тебе больше нечего будет бояться. Зачем ты пришел сюда? Зачем ты пришел в это место? Неужели о такой жизни ты мечтал? Ты никчемный кусок дерьма, ты ничтожество! Когда ты сдохнешь, ни один человек этого не заметит. Никто не будет плакать из-за тебя. Никто не придет на твои похороны.
Твоя мать шлюха. Твой отец бросил вас и ушел к другой. В порыве ревности она воткнула ему нож в горло. Подыхая, он говорил, что любит ее. Какое ничтожество! Сделай себе одолжение. Возьми эту веревку, обвяжи ее вокруг шеи, залезь на табуретку и избавь свою заблудшую душу от страданий. Ты уже практически в самом финале, но напомню еще раз. Отсюда живым тебе не выбраться. Кажется, тебе нужно немного отдохнуть. Иди в кабинет директора. Фу, как здесь грязно. Мне ужасно стыдно. В этом кабинете есть что-то, что тебе обязательно поможет. Ой-ой-ой! По-моему, ты что-то сломал. Теперь придется за все расплачиваться. Отсюда! Выбирайся отсюда! Выбирайся отсюда!
Теперь ты в полной безопасности. Поскорее найди выход и покинь это место. О, кажется, мы с тобой подошли к самому финалу. Ты же хочешь узнать всю правду? Правда в том, что призраков на самом деле не существует. И все, что здесь происходило, было лишь происками искусственного интеллекта. Аниматроники, голограммы, слитые базы данных. Это был первый страшный квест в истории, которым полностью управлял компьютер. Но из-за большой нагрузки система дала сбой. И теперь твоя главная задача — выбраться из этой реалистичной мясорубки живым. Но, к сожалению, у тебя это не получится. Меня зовут Пром. Квест окончен. Ты сдохнешь! Времени смотреть на танцующих роботов! Сейчас все здание сгорит к чертям! Полицейский рапорт номер 3967. Дело заброшенной школы. Кто бы мог подумать, что обычная квест-комната станет местом преступления. Мой муж, лейтенант полиции Белов, отправился по вызову в заброшенную школу, которую переоборудовали в хоррор-квест. Очевидцы сообщили о возгорании. Он прибыл на место намного раньше пожарных. По нашим данным, там находился всего один сотрудник, 40-летний мужчина. У него была первая рабочая смена. Единственный квест в истории, которым полностью управлял искусственный интеллект. В его подчинении находилось все: свет, двери, аниматроники. До этой ночи все шло хорошо. Место пользовалось огромной популярностью, толпы довольных посетителей. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. То ли из-за большого наплыва людей, то ли из-за попадания молнии центральный компьютер был поврежден. Система под названием «Пром» вышла из строя. Все аниматроники сошли с ума. Для нового работника начался настоящий ад. На уцелевших пленках были запечатлены те ужасы, которые с ним происходили. Его тело так и не нашли, как и создателя этого квеста. Когда мой муж прибыл на место, на него напал один из обгоревших роботов и убил. Казалось бы, конец истории. Но нет, не для меня. Я найду тех, кто виноват в этом, и отомщу. Тем более, что недавно похожая квест-комната открылась в Лондоне. А значит... мне пора.